Масленица – стародавний праздник, отмечающийся испокон веков. В течение недели родивые хозяйки угощают всех родных и гостей вкусными, сытными, ароматными золотистыми блинами, которые символизируют яркое солнышко, пришедшее проводить зиму, встретить весну, растопить снег и отогреть землю. 6 дней люди ходят в гости друг к другу и принимают родных и друзей у себя, а на 7-й, последний день Масленицы, устраивается всеобщее гуляние с песнями, танцами и играми. Шестого марта мы приглашаем вас на традиционный праздник Масленица, который будем проводить на площади Советов. Место у нас уже всегда одно и то же. Начало в 13 часов. Вас ждут развлекательные концертные программы. Вы можете поиграть, купить блины, традиционное блюдо в Масленицу, тем более, что 6 марта – это последний день Масленицы. Ну, не обойдется и без традиционных атрибутов. Мы будем сжигать с вами Масленицу. Мы полезем на столб, самые удачливые получат замечательные призы, которые для нас готовит СКБ-банк. Ну, поэтому добро пожаловать 6 марта в 13 часов на городскую площадь. Праздник обещает быть веселым, ярким и незабываемым.